Привет, народ! За последних пару дней много вопросов однообразных поступило, то решил, как бы, ну, уже устал отвечать каждому отдельно, то решил сделать видео. Я в свою точилку поставил неодимовые магниты. То просто люди спрашивают, какие магниты, какого размера, сколько штук ставить и все остальное, и как крепить. То хочу показать сейчас, давайте покажу, чтобы как бы исключить повторяющиеся вопросы в дальнейшем. Вот так вот они закреплены у меня. Вот такие вот магниты, вот так вот они стоят. То есть, что в оригинальной точилке, что в китайском клоне, вот это вот все, скажем так, пространство абсолютно одинаковое. То что я сделал? Я поставил сюда гвоздик. Давайте покажу. Неодимовые магниты сильные. У меня до этого, до того, как я поставил неодимовые магниты, стояло вот 4 обычных магнита. 4 обычных магнита этих. Это вот с такой вот сумочки, с обычной, только, знаете, вот есть с наружными вот такими магнитиками, а есть, которые внутри просто зашиты. Так вот, это магниты вот с обычной сумочки, которые просто вшиты внутрь. Они очень тоже мощные, то есть как бы их разорвать руками реально невозможно. То есть, я не знаю. Ну это может быть и неодимовые, но просто что они металлические. Эти же магниты, они, скажем так, ну, лопают. То есть если эти магниты вот. Сейчас давайте попробуем оторвать. Очень сложно это делается. Почти нереально. То есть если эти магниты вот так вот можно бросать, да, и все будет нормально. То есть вот так вот. То вот с этими магнитами этого не стоит делать, потому как они могут сразу лопнуть. Я сначала был, вот сейчас прищемило прям очень больно. Я сначала сделал одно отверстие, видно, да, то есть под 4 магнита. Ну потом Руслан заказывал себе магниты, то чтобы не заказывать 5 штук, там заказ идет от 10 штук, скидочка, то я решил себе тоже 5 штучек заказать и поставить, как бы. Ну, в принципе, меня устраивали эти магниты, они держали нормально, то сейчас эта связка держит, скажем так, ну не в 2 раза, но немножко лучше. То есть вот такая вот у меня стопка получается из 9 магнитов. Что я сделал? Я взял обычным штангелем, вот так вот померил, сколько здесь у меня 9 магнитиков занимает. То есть вот в данном случае у нас получается 17 миллиметров. Потом взял от дна, промерил 17 миллиметров и на этом уровне сделал дырочку, отверстие. То есть сейчас у меня получается, я просто ложу сюда магниты. И чтобы их там не прибалтывать, не примазывать как-то, можно, в принципе, их посадить на клей, на силикон, но это в том случае, если вы согласны мириться с тем, что у вас будут постоянно они там. Но иногда нужно наточить нож, скажем так, может быть. Особенно, когда вот уже в конце доводочку мы делаем, то иногда лучше и без магнитов. То есть просто вытащил их, и они не мешают. То вот они не болтаются, вот абсолютно там ничего, то есть плотненько. Ну, главное рассчитать, конечно, вот это вот отверстие, чтобы было ровно, совпадало с тем, как вот магнитики, видите, да, то есть они там даже не болтаются. Ровно рассчитал, аккуратненько просверлил дырочку и все. То, что я еще сделал в своей точилке, я был... поставил вот здесь вот, давайте покажу, я поставил вот здесь шайбочки,
Но сразу я поставил обычные металлические шайбочки, потому как вот при хорошей подтяжечке ножка начала врезаться туда, то есть вот эта гайка начала, скажем так, царапать пластик, и ножка начала разбалтываться. Начал поджимать ножку, опять та же самая история, то есть опять ножка разбалтывается. То что я сделал, я поставил сюда второпластовые шайбочки. Почему? Потому что когда я поставил металлические шайбы, то этот магнит сюда не поставить, не вытащить было нереально, потому что он прилипал сюда вот к этим шайбочкам конкретно. То есть сейчас здесь вот это все нержавейка, китайцы поставили, молодцы, за что им огромное спасибо. Если бы это было черняга, это было бы очень страшное кино, то есть нельзя было бы сюда нормально поставить эти магниты. То вот сейчас 9 штук магнитов, в принципе, и 10, и 11, и 12, я думаю, здесь будут жить вполне нормально. Но вот мне хватает абсолютно этого. То есть нож абсолютно без всяких проблем, любой липнет. То есть вот он точилку, в принципе, держит. Абсолютно всю точилку, то есть сам нож держит. Это плюс, что он держит, видите, да, не всей поверхностью. То есть этого вполне достаточно. Магниты я покупал на сайте, на магазин магнитов, так и называется. Под видео я выложу ссылочку. И вот размер. Давайте я какой-то магнит оторву. Кстати, неодимовые магниты отрываются намного легче, чем вот эти вот металлические, которые мои старенькие. Намного легче отрывается неодимовая. Не знаю почему, но как-то так. То есть это 2 миллиметра. 2 миллиметра толщина. И диаметр самого магнита у нас получается тоже 20 сантиметров. То есть 2 на 20. Вот такие вот магниты. Ну, есть там варианты, скажем так, взять немного тоненьких набрать, а взять один, но толстый. Но что-то там он очень дорогой получился, поэтому как бы это было дороже намного. То есть это порядка что-то там 120 гривен было один магнит большой такого вот формата. Но и еще один минус, что если к большому вот такому вот одному магниту мы приклеим нож, то оторвать его, ну, в принципе, почти нереально там. То есть там нужно вот этот почти нереально оторвать. То есть я огромные усилия прикладываю. То тот вообще нереально оторвать. То есть, ну, как бы это издевательство будет над собой. Это уже мы не будем тащить нож, а будем только пытаться оторвать нож от точилки. Как бы поэтому я для себя вот такой вот вариант нашел, и меня это устраивает. Ну вот, в принципе, как бы и все. Ссылочку на магазин магнита в Украине я положу под видео. Там смотрите, выбирайте, может быть, какие-то другие варианты для себя найдете. Я вот как-то так решил этот вопрос, и меня все устраивает. Пока все, ладно, пока-пока.